Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой? Да сам человек и управляет. Виноват. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день? Только что соберется человек съездить в Кисловодск. Пустяковое, казалось бы, дело. Но этого совершить не может. Потому что неизвестно, почему вдруг поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, что он сам собою управил так? Неправильно ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой?